Ранее сообщалось, что единственная дочь Юлии Началовой, 12-летняя Вера, знает, что ее мама находится в больнице. Ранее пиар-менеджер 38-летней Юлии Началовой, Анна Исаева, разместила на своей странице в Instagram пост, ответив на вопросы, связанные с состоянием исполнительницы. Помощница светской львицы не только подтвердила информацию о том, что экс-супруга футболиста Евгения Алданина находится в клинике, но и заявила, что никто не мог представить, что это приобретет столь серьезные формы. По словам представительницы знаменитости, на момент поступления в больницу не было никаких причин для серьезных опасений. Однако уже вчера, 12 марта, Началова почувствовала себя плохо, на данный момент медики оценивают ее состояние как тяжелое. Примечательно, что о диагнозе Исаева пообещала рассказать только после того, как поступит официальная информация от квалифицированных врачей. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах, утром, 12 марта, 38-летнюю Юлию Началову ввели в искусственную кому. Ранее сообщалось, что причиной для госпитализации артистки стали скачок сахара в крови и обострение подагры. Единственная дочь певицы, 12-летняя Вера, знает, что ее мама в больнице. Однако на данный момент девочка сама вместе со школой находится на гастролях, сообщает Дни.ру.